Друзья, вы на канале «Делай то, делай это». С вами Ким. И сейчас мы поговорим о правильности возведения перегородок, с чего надо начинать и чем надо заканчивать. В общем, самое главное – это нужно выровнять уровень, на котором будут находиться перегородки наши. То есть нужно выставить ноль, отстрелять все помещение, по нитке поднять, значит, цементным раствором нужный нам уровень, потом по нитке начать их выкладывать. Как мы видим, самый сложный этап — это первый ряд. Вот мы его выкладываем на раствор, потом определяем стыки и, значит, где у нас будут раствор, двери, промежутки. Блоки скрепляем на пену монтажную, клей-пена. Очень хорошо себя проявило, качественно держится, небольшой слой. При монтаже очень удобная, быстро схватывается. Вот таким образом происходит монтаж, значит, блока. Подбивается он по уровню. Делается основание бетонное густое для того, чтобы блок не провалился, а потихоньку сразу он опустился на тот уровень, который вам необходим. Уровень мы отбиваем сначала лазером, потом натягиваем шнурку, и вот по этой шнурке мы выставляем. Также смотрим горизонтальные и вертикальные отметки для того, чтобы блок начально не ушел у нас никуда, и, как говорится, в дальнейшем стена никуда не завалилась. Как мы готовим цементный раствор, сейчас мы на примере покажем. Замешивается это все вручную с добавлением щебня, песка и цемента. Делаются пропорции необходимые. И таким образом изготавливается основание для кладки блока. Всем спасибо, пока!